Поехали. Дети. Да, конечно. Что-то тут. Давай, меньше. Пара па па па. Бля, я, конечно, пипец уже. Бля, пипец, она нажимается. Пипиздина. 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 Угу. Чё, картошка так и не берёт? Картошка так и не хочет принимать. Кого? Приглос. Причем картошка. Ну ты же хотел ее пригласить. Я отходил, я нажал на старт. Ты не посмотрел? Но... А, в катке, в катке было. С нами двое. Блять, что же у меня с правой кнопкой так беда такая там, а? Я сегодня... Коряки что-то не могут. Ой, блядь. Ну, 95. Ой, на, нормально. Что это? Это что? Потеря пакетов по 50. Опять забегаю в комнату по 3 раза. Нехорошо. Угу. Какой-то из комнат этот. Дом с гаражом? Нет, какой-то из комнат этот лежит оружие. Да сука, блядь, пиздец. Какая хуйня. Дай калаш, пожалуйста. Забирай. Спасибо большое. Это с патронами, блядь, он мне нужен. А берил не хочешь? Я хочу мутант. Дай мне мутант. А тебе калаш. Ну? Есть.
вообще сюда упали хоть? Не знаю. Дом с гаражом пойду пушану. Тоже к тебе. Вектор, мини-вектор, блин. Ресет может. Да, да, здесь лутано, патронов нет. Ресет что-то. Да сука, блять! Карель не интересует? Если пятерки дашь? Там есть. Мало, ну восьмого. Почему эта хуйня началась? Никогда не было у меня этой хуйни, блядь. У меня до 75 пакетов лос сейчас. Пиздец просто, пиздец. Вот никогда такой хуйни не было. Почему она начала, сука, происходить вдруг, блядь? Ни с того ни с сего, 92, блядь, процента. Так, я сейчас прилягу, перезайду. Я заебался, блядь. У тебя, может, с кабелем что-нибудь беда какая-нибудь? Да нет, блядь, все нормально. Он сейчас... Запущу игру заново. Может это из-за этого, блядь. Может этот жрет, блядь. Либо что-то обновляться может. Либо этот. У меня бывает, когда именно иногда обновляется что-то, прям вот, начинает аж звук подтуплять. Я просто там пару секунд пересижу и все. Там на кем? Такого, блядь, никогда не было, блядь, чтобы просто в комнату по 5 раз заходил, блядь. На кемпах как стреляют. Как из того видео, блин. Там, где чувак дверь открывал. А, ну... Да пиздец, либо у меня видюха перегревается, хер его знает. Продолжить. Ну, пока просто перезашел. Может, это Дискорд такой? Сейчас попробуем методом исключения. О, типа вижу вот тут, в этом доме. Вот за этим, за деревянным. А, за деревянным? Да. Понял. Ухожу по правой. По мне, по мне. А вижу, вижу, бежит. Да, у меня опять просадки. Где он? Так, тут еще. Где он? Вижу. Нок, нок, нок ему. Еще один. Все, все, все забрал. Че ты инфу не даешь, заебал, блядь. Я тебе метки ставлю, ё-моё. Да я тебя по 5 раз спрашиваю, ты, сука, молчишь, блядь. Я стреляю, ничего не слышу. Мне еще, сука, глючит интернет, пиздец, блядь. Я нихуя не могу сделать, блядь. Ну, блядь, ну что это такое? Нет, Дискорд, пизду, блядь. Это что-то, сука, за хуйня, блядь, какая-то, блядь. Я не знаю. У меня все нормально. Парня пятерки. Слушай, закрыл Дискорд, нормально все, блядь. Не знаю. 4x скинул. А.
у меня есть. У меня все нормально. Урну. Ты вышел, у меня даже пинг упал. Вот все. Блять, нет, нет, это не из дискорда. Что за хуйня тогда получается? Там вот за деревом тело лежало. Пусты бери. Миник тут. Что, мы слегка не в зоне? Слышишь? Они как крысяки тут двигались, капец. А, и вон кем типики залутаны эти маленькие. Да, там стрельба была, пока ты перезаходил. Да? Это вот эти двое оттуда пришли. Сейчас, секунду, отойду. Я забыл, у меня там сковорода на огне. Там, а вот тут где? Где? О, там я полз. Молчит. Такие дела. Неприятней. Миша. Не знаю, думаю, никого тут нету. Бум. Что ли он тут взять? Катануть? У имбецила забрать? Таможил? А, дядя? Опять молчит.
Меточку можно? ГГ. Залитый, что у него был? Ар. Ты здесь? Да, да, да. Их 6 Миш тут. Третий рюкзак здесь. Похавал уже. Кем ты играешь? Я с Мишей играю. А он думал, что у него дискорд тупит, и короче вышел. Как дура. И чё, короче? И вышел из игры. Не из игры, а с дискорда вышел, короче, и это. Это который шоколад? Нет, это который бррр. Ой, да пошел ты в задницу. Что ты, блин? Включи чат. Садись в машину, говорю, у меня ключ. Вот так я садился. Машину, блядь, так я, блядь, сажусь, блядь, с третьей попытки, блядь, понимаешь, и дергается все. Я не знаю, сейчас надо доиграть, блядь, если... Бля, у меня до сегодняшнего дня, сука, хуйни вообще не было, блядь. Я не понимаю, почему это у меня происходит. Ну, может, потому что ноутбук хочет тебя послать куда подальше? Может, вдыхает кулер на видюке, слушай? Я один раз сдох, и пиздец, начались лаги, блядь, жесткие. Ну... Есть вероятность. Что есть вероятность, что вот тут прямо люди. Или нет? Не вижу никого. Надо запустить. А, ноль сейчас. Сейчас уже ракетница еще. Ты грезишь о аэродропе? Че, куда едем? Думаю, вот сюда. На ту сторону переезжай. Я уже метку поставил, куда едем. Да, отлично. Яично. А сейчас мы пока будем ехать, сейчас посмотрим, сейчас куда прокнет зона. Отлично. В принципе, 25 человек живо. Я буду запускать. Северный, походу, не лутанный. Дали, кстати. Лутана?
Нормально. 100 лет я сюда можно запрыгнуть. Да, прикольно, сам лахуй. Чё ты, Жека, слышишь? Mm-hmm. Да иди на Twitch. Я там даже не зарегистрирован. Ну ты даешь. Как так-то? Я когда-то очень давно регистрировался. Но уже ни пароль, ни логин не помню. Не, блин, соло катал, блядь. А, дуо катал, блядь. Только, блядь, начинаю с коряка, ну, хуяриться с типом, блядь. У меня начинаются просадки, я просто не могу даже, блядь, ни пикнуть, ни прицелиться, нихуя. Чё там Жека говорил? Тут Миша что-то пиздит, блядь, нихуя не понять. Пошла ты нахуй. Да я говорю, нахуй, ни логин, ни пароля не помню, а ты чё? Разговаривает он там с кем-то. Ты же как дура ливнул с этого. Ты грешил, блядь, на Дискорд. Я именно там исключение действую. Вот надо тебя исключать. О, УАЗик едет. Опа! Сзади по мне. С горы. Камень. Аук! Danger ahead. Собака серая. Пал по типу, но не в голову, жаль. Не на баги сейчас буду уезжать. Danger ahead. Илюс. Точнее, бущусь. Век. Ты залутал это? А вон вижу, бегаю 50. Danger ahead. За камнем. Там разборочки. Тем типам походу стреляют, которые за... Ага, дымят. Там нокнули их. А убили. О. Зловред. Че, пососёмся потихо сюда? Не-не-не, там это... Там их убили, походу. Третья каска осталась в дропе. Я забрал. Баги где-то шумело тут. Че, мы на тачке бы поехали. Отсюда бы зашли. Отсюда. По тебе? Нет. 20 человек живых, прикинь. Ну это какой-то профи стреляет. Он баги едет. Вот и... Домов МК. Danger ahead. Красного дома. Попал. Сидит прям на этом. На метке, на ящиках. В третьей каске был. Понял, на ангаре. Блять. МК в красном доме. Уезжает. Дал голову одному в красном доме. Ух ты, блядь, по мне попал.
Пились. Позиция, конечно, у нас такая классная. Они будут садить в этот. МКшник уже там, на этом, блядь. А может, два МКшника? Может. Ты что пасешь? Я Красный дом. Я гараж, ангар пасу. В основном доме МК и Кар. Бля, я типу два раза в голову дал, он выжил. Как это так? По-моему, в зоне еще круто. А это те на баке туда приехали, что ли? Не знаю. Красный дом, второй этаж? Да. МК там ходит. Ну! Чётко ж голову дал. Он третьей каски, наверное, хилит. Там у одного третья каска пробитая. Серая, которая. Голову дал. Он не мог просто. А, там двое. А, вижу, типа, за бочкой возле этого ангара. Danger ahead. Блядь. Смотри. Кто меня видит? Блядь, высоко сильно. Так, тихо, это откуда тогда он? Еще одна. Сзади, сзади. За камнем сейчас будут. Уходи, сзади. Уходи. Откуда? Где он стреляет? Конечно, не... уходи. Пиздобол какой-то. У меня хаешки не кидаются с того говна, блядь. Я не пойму, где он. Еще один где? А, вижу. Он там в дымах ходит. Блядь, сзади. За камнем двое. А, блядь, меня хлючит, сука! Меня сзади стреляли. Сзади на 10-15 за деревьями. По мне сзади стреляют. Я легкий лист. Да пиздец, у меня просадки заебали, блядь. Я этих убил на камне. Типа вот там. Ебать, его в рот заебал. Мне броню сбили. У меня одна аптека осталась, я кидаю с бинтами.
Надо в аптеке подлутать у них, слышишь? Тачку, тачку, бля. Блять, попал же, сука, как-то на крыше. Блять, сука, я ебал в рот эти, блять, глюки в этом ебучем папке, блять, идет он нахуй, блять. Ой, имбецилы, как вы вообще выжили? Попасть по ним не могут. Капец, просто жесть. Сидят, сука, в кусте до последнего, уроды, блин. Даже не стреляются. Чё, ты перезаходишь? Я тебя добавляю. Слышь меня? Слышу. Ну, а что Сережа там делает? Серёжа спит, наверное, уже. А чем, завтра на работу? Наверное. Хуй его знает. Ну да, он не в онлайне. Угу. Что, запускаемся? В дуло. А, ну дуло так и стоит. Ну давай. Давай, полетели. Блять, подожди, я стрим погашу. Так, сейчас перезагрузился. Потому что невозможно, блин, играть. Я кидаю хаешку, она, сука, из-за глюков отскакивает, блядь, от этого УАЗика и прилетает мне в морду, блядь. Тебе бы это на стриме, на стриме бы это, как он, блядь, сделать-то? Короче, берешь звуковые дорожки, разъединяешь их, чтобы то, что мы здесь говорим, чтобы только мы слышали, и ты, и на стриме, чтобы только тебя было слышно, потому что нахуй хуйня получается из-за того, что все слышат наши маты. Я не знаю, как там, конечно, с политикой цензуры на этом твиче, но полагаю, что можешь и выхватить чего-нибудь. Здесь Лёха, нет? Лёха! Вы сидите, что ли, в карте? Ага. Охуенно, блядь. Я ему алло, алло, говорю, сейчас перезагружусь. Он, блядь, сука, блядь, зашёл в улицу. Охуительно просто, блядь. Ну, он как бы и здесь его... И здесь его похуй. Левайте, да. А, ты всё уже переэтовал?
Я тебе говорю, алло, Алёша, перезагружусь и вернусь, блядь. Хуяк, блядь, а ты, походу, там где-то в носу ковырялся, блядь. Выливаем? Да. А чё картошка? Знаю, чё. Так напиши, блядь, ВК, у тебя же есть её этот. Ты, походу, и не слышал, да, то, что я тебе говорил про звуковые дорожки? В смысле? Разделение звуковых дорожек, чтобы на стриме нас не понял. Было слышно, было только тебя слышно. Пофигу вообще. Чтобы матов поменьше было. Господи, я тебя умоляю. Чё там, похуй на это? Не, ну там только эти, заднеприводных не шибко. А, да? Ну. Ну, мало ли, может, банят нахуй либо. Какую-нибудь хуйню. Знаешь, как делал? Я стрим запускал музыку на него, на фоне. Как бы музыку на стриме было слышно, а у меня нет. Ну и, соответственно, и речь. То есть в Дискорде я разговариваю с пацанами отдельно, на стриме отдельно. Ну да, там надо эту, как банана надо этот. Ну и чё он там? Пендрю нюхает. Чё, полетели? И чё? Ну я ж мяцкий. Я, блядь, уже скоро спать пойду. Я, в принципе, скоро. Скоро тоже уже. Каточки 3-4 можно сыграть. Там туалет смывает. Ну. Я у него напор там. Ну что, написал картошку? Написал, через 5 минут будет. Ну давай катать. Он в Дискорд зайдет. Привет, привет. Что такое, блядь, сука? За день сегодня ебанутый нахуй, блядь. Поддерживаю. Выдает. Только выдал речь. Максимально нужно за сегодняшний день. Да. Ну все по делу сказал. Так-то да. Для чего лишнего, бля? Да. Сейчас прикинь, как начнем катать, он начнет бомба лейла, а там начнется оно.
блять, АОМ-ки без прицела. Такой вид ебана нахуй в прицеле. Ну да, неудобно. Да я вообще без прицела не могу стрелять в этой игре. Особенно с УЗИКа. Где он? Добрый вечер. Добрый. Конечно. Ну и чё, куда? Да мне без разницы куда. Ох. Всё-таки сюда? Ну давай. Там уже садятся, наверное. Чего, нормально, куда? Не-не, на ту сторону, Жека. Не-не, ну, в смысле, да, вот. Куда изначально прыгали в прошлый раз. С нами пати. Да, четверо против нас. Повезло. Они все с той стороны, да? Да. Оружие хавно. В этом доме точно есть. Ваш пех хавно. Четверка. Блин. Тут шестерка есть у меня в доме. У меня есть восьмерка, мне надо коряк или МД-4. Тут есть МД-4, есть у меня в доме. Ой, блядь, попал. Ты чё так пугаешь? Правый дом справа стоит, прям там, где этот выход пасёт. Вниз побежал. Угу, на первый этаж. Понял. Я ему смачно так зарядил. Вижу, перебегает там один. Ой, хорош, попал. Видел, да? Сзади, Миша, по тебе. Да, там... Ой, ебал. Не вижу, где он. Ох ты ж крыса, боссаная. На втором этаже там же тусуются. На сзади где-то. Сзади где-то я метку дал, походу на вышке. Едут. Они горку занимают. Самые хитрожопые, блядь, мудаки, такие конченые. Хорош кого? А это. Где? Откуда он такой? Не понял, откуда. Он походу с крыши стрелял. Поднимешь красного? Да, на крыше. Блять, мне ебашит. Чекай его. Блять. Все, вроде бы за деревом стоим. Блять. Не отползет или отползет? Блять.
Один за камнями уже, слева. Угу. Блять, промазал. Один на крыше. Понимаю, один в правом был. Он до сих пор на первом этаже сидит. На крыше я его не вижу. Дерево, ползай. Вижу, вижу. Да блять. Промазал. Блять. Хорош. Блять, да почему? Почему он не локается? У меня не первая, не вторая. Нам хорош. Нахуй, надо добить. Заебал. Почему он не нокается, блять? А там еще один тип был. Я знаю. Пошли пушить, блять. Да, он чекает, чекает, чекает. Да, за домом. Блять, я дым кинул случайно. Баная игра. Ой, его ебанули. С вышки ебанули, на вышке тип. Вот третий шлем. Блять. Дал голову ему. Меня заглючило, блядь, ебаная мышь, блядь. Он там лег, он там, ебал, там лежит. Тихо. Он там лежит. В доме. Второй этаж. Блядь, сука, ну. Первый этаж, дом перед тобой. Пять. И где-то со стороны Нивы, где-то вышки там где-то. На вышке сидит, чё. А дом вот этот, ближний к вам? Правая кнопка, блядь, не сработает. Да. Да, да, да. Пять. Ещё и ВСС. А, вижу. Ах, сука! Я не с вышки там сдалека сидел. Так. А, ну они как эти. Как Олеги. Олигофрены. Да, понятно. Что? Олигофрены, говорю. Кто? Ребята эти. Олигофрены? Короче, молодцы. Дерезяблы, да? Ну, типа того. О, картоха. Привет, картоха. Привет, привет. Да. Чё ты же жми? Нажал. Нет. У меня, блядь, галочка это горит нахуй. А нихуя. Вот такие пироги. О, Мирамар хотел. Мирамар получил. Что, в Сан-Мартин или нет? Слышите, ребят? Сан-Мартин пойдет? Да без разницы.
Миша там опять сковородку свою любит. Сковородку. Сковородку. Вот он то ее нагревает, то, короче, снимает опять. Опять нагревает, ходит. Кого? Сковородку ты свою. Я кушал вообще-то. Да, я целый день нагреваю сковородку. Ну, нагреваешь, потом осуждаешь. Да. Охлаждаю, а не осуждаю. Осуждаешь, что ли? Оставляю сковородку, да? За то, что она горячая штучка. Да. А потом охлаждаешь. Потом опускаю, да? Опускатель, блин. Не-не-не, сначала опускаю сковородку, а потом осуждаю ее за то, что она опустилась. Слышишь, надо про этот раз и навсегда промониторить эту общагу с этими конченными балконами ее. Мне кажется, там вот именно реально баг. Баг есть сто пудов, потому что это не реальчики. Постоянно там сквозь балконы эти херачат, блин, не вставая. Вот именно. Я сейчас там просто лягу на балконе и проверю, как он работает. Главное, чтобы не прилегли с тобой рядом. Да? Не заметь никогда, так стреляешь, хуяк какой, да? В голову, а там рядом лежит такие, окей, alright. И делаю тебе как он, компетитив? Не-не, и делаю тебе дабл пенетрейшн. А, да. Ну, в простонародье вертолет. Жестко. Ой, народу-то смотри сколько. Нельзя был. Это я как этот, как эпилептик лутаюсь на. Любитель просто. Не, персонаж столько много всего берет, что аж дергается. Угу. Оу. Нихуя там уже. Столько много все берет. Да там, что ж, там народу до хера. Что ж мало берется вообще. Коряк нужен кому-нибудь? Ну да. У меня в доме на втором этаже. Не понял. Почему на Винчестере нету прицела? Потому что. Добро пожаловать, пабка этот. Пабк необычный. Пабк лайт. Ты говорил бы. Спасибо. Welcome, не надо коррекция. Забери меня. На какой метке? Блять, кто это? Зеленый. Кто ты по жизни вообще? Зеленый, ну. Вася. Зеленый Вася. Блять. Без прицела это вообще что-то печальненько. М24. У меня как раз на коряк есть восьмерочка. М24 в моем доме. Чего, у тебя М24 там где-то? Да, на последнем этаже. Так может и у меня сейчас будет лежать, а? Да у тебя может лежать там только кучка. Коряк нужен, нет еще? Кучка. Ну пока да, я еще не нашел. Че, куда двигаемся? Куда передвигаемся? Двигаемся. Второй этаж. На мне. У меня есть карта. Рюкзак второй. Рядом. Общаги вот ебаные нахуй. Да. Кирпичный. Круто, блин. Походу. Надо как-то. Как-то. Несусь я только, Жек. Ой. Сзади. Так, а мне нужен кар или М24. Бля, где-то раздает нахуй рядом. Где-то сзади стрельба.
Блять, не могу разглядеть, так, блядь. Было в этой общаге, да, Панфил? Да, на последнем этаже и ближе ко мне к крылу. Ой, от души, братишка, э! Жека, братишка. В твоем доме никого нету? Вроде есть. Не знаю, где, где-то рядом, вообще очень рядом. Забегает. Это я, Байч, Байч. Не-не-не, вот сзади было. А сзади, не знаю. А, следующий, следующий. С общак маленьких. А вижу. Гранаты взрываются. Я смотрю жопу пока, пацаны, вы там сами. СКС с горы, СКС гора. Понял. Это чита какой-то, слышишь, он так стреляет сквозь текстуру. Я его не вижу пока что. Ага, вижу, спрыгнул. За забором. Нам на... Ой, хорошо, прям читера выебал. Ауф. 25-ок, если надо, кому отдам. Зажиматор такой, блядь, слышишь, блядь, без скинов там зажимает. Да тихо, тихо, у нас вот тут в доме тепло. В доме с баннером? Угу. Чекните вот, ребят, чекните. Ага, на крыше, на крыше, на крыше. Да, двое. Промазал. Один лег. Байчу, байчу. Нужен. Бегают. Все бегают. На 15. Упор где-то. Чекайте, чекайте, не выходите пока. Неудобно, этот дом мне неудобен. Я в ту общагу вернусь. Этот право где-то крутит у нас. Ага. Вижу. Блядь, мне кажется, они... Первый этаж, первый этаж, первый этаж. У тебя. У меня? Да. Да, 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 я к тебе иду. Я его встречу на первом. Иду. А их двое оказалось, прикинь, говно. А их двое, сука, оказалось, блять. Вот он стоит. Тут где-то. Где второй? Все, уничтожил. Уилмага нет. Уилмага нет было. Да, печально, печально. Бойца проебали. У нас типа где-то впереди стреляли, ребят. Где? Впереди, впереди. Вижу. По тебе? Нет, по нему. Его нокнули. Так, добили. Откуда? Не пойму. 85. Блять, нахуй. Лучше бы коряк взяла. Где ВСОС? Зато вон там за углом бегает. У картошки где-то в поле. Желтый домик. Еще. Еще, да. В желтом еще в желтом. Хилится. Хилится в желтом доме. Наверху.
Хаешка, хаешка на верде, картоха. Чилится. Там 4 хаешки. За забором, он где-то за забором, за домом. Еще хилится вот тут в доме. Хаешка. Тихо, там хае. Поджигаю, поджигаю, тихо. Слева, слева. Да, вот там где-то сидит, вот там где-то сидит. Сука, такую штуку, он меня где-то... Двое? А, он... Двое, да? Круто. Все, пизда им обоим. Да, прикинь, двое тут сидело, охереть. Мага не было? Ну ты, конечно, очень опасно пушил, блин. Блять, короче... X8, X8 тут. Там это, читака полутайте, которого я убил на общагах. Вот сейчас метку дам. А, ну вот на красной метке он стоит, где-то там валяется за забором. X6 на мне. Калаш, сука, калаш, калаш, калаш. Тут уебать. Почему мод не переставились? А, потому что не скинулись. Места мало. В инвентаре было. Опа. Я ебал в рот от Windows, почему я, блядь, сворачиваю игру, открываю блокнот, он не засекнул, запускает в ряд блокнота, блядь. Почему он, блядь, это не запускает? Без игры. Картош, меточку можно? Я поле увидел. Там поле типа вообще вопой не. Там где камни, он за камнем. Она отметку дала. Погоди, аккуратно. Где этот опан, Миша? Покажи мне. Ну, ты же в доме, блядь, бегаешь. Ты нихуя не видишь, блядь. Как я тебе мог показать? А, вон дым и вижу. Да, да, да. Вот за этим... Ага, да. Да, блядь. Двое. Ну, хорошо ждал. А чё он не упал, блядь? Блядь. Чё они не падают, блядь, я не понимаю. Блядь, не попал, сука. Ой, хорош. Чё-то у меня после Апекса этот... Трое? Трое. Ирина, вижу. Точка их бить, они их на ладони. Один лёг, они лохи. Один возле тачки. Они перед этим, перед будочкой все втроем. Перед маленькой, между пожаркой и будочкой, короче, понял? Угу. Вот здесь вот они, вот вообще, реально, вот здесь вот. А, не, они за... Дальше, они, дальше, они дальше, чуть дальше. Они за картошкин, они на картошкин. А, вижу. Уже подняли друг друга. Тачку сейвите, чтобы они не уехали. Один в домике маленьком справа. В будке в этой ебаной. Один перебежал. За тачкой прячется. Один за тачкой, да, прячется. Один в домике. Выбежал из домика, к тачке бежит. Сука. К тачке перебираются. Они в кирпичном доме. За забором. Одного нокнул. Двое в этой. Ебать, вы сейчас их душите, им там ваху, они вахуй. Ха-ха-ха!
Панфил пушить пошел. У тебя реакция есть? Реакция, блядь. Эй, ебучий. О, еще один лох. Разъебал, что ли? Пиздец конченый, блядь. Как-то так. Да. Угу. Хуй. Бывает, наверное. Сковородку возьму. Вы его мактопа уменить начали. Я не понял, кстати, вашего прикола. Вы там все вроде шли центр, блядь, этот, брать. Потом хуяк, картошка вернулась ко мне, к общагам, блядь. Панфил тоже где-то там бегает сам по себе, блядь. Ты на крыше там где-то, блядь. Что за хуйня, блядь, произошла? Я нихуя не понял. Ну, какая-то такая беспонтовая. Есть там... Семерки. Я читера, блядь, на горе, который был залит, забрал, между прочим, блядь. Я тебе ничего не говорю. А вы там хуйню какую-то страдали, блядь. Дроп на 40. Едьте на дроп. Поехали на дроп. Уже устал ожидать. Все, ты не плачь. Время, деньги. О, тут еще трое, прикинь, валяются. Ну не время их лутать, поехали. Время разбрасывать дроп и время собирать дроп. Бежака надо было компенс все-таки одеть на калаш. Нахуй. Картошка, мотоцикл возьмешь? А там дискортик где, нет? Да. Вон дроп, видишь? Прямо на 50. Ой, что-то подлагивает. Вообще после папки обычно в лайке прям сразу чувствуется, нет? Челы на горе. Блять, это что за лаг? Бежит такое. Ну, у него форма бегуна, короче. Картош, еще мотак едет. Поплатились они за дроп, конечно, да-да. Типы поплатились за дроп. На горе прям ходят. Панфил, нужен хедшот, давай. Ага, дам сейчас. О, ебать, бежит в опа не такой. Блять, сложно попасть, конечно, по этому бегунку будет. Ой, блядь, сзади. Жека, чуть осталось. А, добрал? Сука! Еще один. Картошка. Хуя себе, они накрысили такие. Поднимать сейчас будет. Хе-хе, дай. Ой, хорош. Еще есть. Поднимай. Любого. Вот мутанты, блин. Неправильно делаешь. Он должен поднимать Панфила, а ты это зеленого, ты на стрёме стоишь. А похеру тут. Третьего не оказалось.
Вчера себе они на крысу, конечно, зашли, блин. Так, блин, заебали бегать. Картошка прям создаст, чувствую. Хорошо сцелится. Ой, я попал. А вы все с ваншотками, да? Колесо сейчас пробьем атаку. Там еще не друг. Что у тебя, калаш с глушителем и этот, и ВСС? А, 4. Ой, все, о, наконец-то. Пробил. Нормально, нормально. Где эти, типа? Вон, тачка едет, смотри. О, едут внизу, внизу. Это один этот, поди, едет. Наверное, этот дружбан, да. Слева, 100. А, вижу, 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 вот они, двое, к нам идут. Спонь, по низу. Под трубами прям, за камнем. Дал голову. Третьих шлемаках заебали. Он лежит. Лег. Нокнул. Хорош. Еще один, да, есть? Еще один тут. После машины. Ух! Хорош! Красиво, красиво. А те где? Это с двойки, да, так вот зажал? Угу. Те на горе так и стреляют. Ну, пусть стреляются. Ага. Тачка. Дайте что-нибудь подлутать, а? Патриков. Иди давай сюда, мальчик. А, глушак для МРСР. Ну чё, всё. Ну и где они? Не видно их. А, вон, вижу. А, вижу, с краешка. За горой, конечно же, сидят, а чё они будут с этой стороны сидеть? Вам вдруг, кстати говоря. Ну, ну, сука, меткая. Они не подпустят вас. Броник не снял полностью, сука. Картош, отхилься, а потом целься. Ты не отхиленная. А, да ты Панфил, Тим, а я картошки. Ты не отхиленный, целишься с третьим каской. Пиваются, что еще ли? Хилься, блин, ты не отхиленный. Ну нормально сейчас захилит. Побежал, направо побежал. Пешочком. Угу. Он фил метку дал. Можете подтянуться там за камушек этот. Поближе. Или на тачке кто его. О, на мотоке, да, объехали вообще четко. Ворви сейчас на горку на мотоке, я вообще четко его скину. О, он поехал на этой, на тачке, видишь? А, все, он съебался. Да, я забыл, что там тачка стоит. Картош, машину возьми. Может, дропчик лутанете, который у вас сзади? Теперь там никого нет. А где он? А он на сиське, на дальней. Ну, ой, да нахуй его. Да может, там ОВМ, ебать. Дай в рот ее, ячек. Да я не сомневаюсь. Сейчас осторожнее надо тут быть. Тачка остановилась. Джека. У нас сзади вроде где-то. Но это не точно. Дроп 120. Пойдем вот сюда, на эту сторону сразу.
чтобы не перебегать потом. Погнали. Да. Где ребята? Люди, 50. Не стреляй, не стреляй, не стреляй, не стреляй. В упоре, они нас видели. Ага, вижу. Ну, давай тогда придется. Еще где-то на 175, где-то там. Сзади. Двое. Одному дал. 170. Блять. Синий дом, второй этаж. Я уже дал инфу, ебать. Инфа-то понятно. Док молодого. В синем доме. Ага. Там вот поднимают, там они друг друга поднимают. Ну кто-то прикрывает, а кто-то ему гранату пусть закидывает. О, хорош. Пушьте, пушьте, смелее, там же ж ног. На лестницу еще один. Все, тут два трупа. А, нет никого. А, все, да. Понятно. Ну погнали в зону. Погнали в зону. С Хасиенды оттуда страдают. Да, почти. Да, да. А эти, которые в упоре были, забрали, да? Ну вроде как. Бежим, 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 бежим. Справа. На горке, вижу. На горке. Да, ясно. Плюс. Ёбаное дерево, сука. Нихуя себе нас стреляли, у картошки 8 кило уже. Ну, красава. Нам надо как-то к конюшне пробраться. Вон дымы надо раскинуть, как-то пройти туда, да. В низзоне. У вас 40 секунд. Не пикайся, не пикайся с ним. Иди сюда. О, отличное место вообще. Четко. Четко. На крыше, на хасиенде сидит. Пидорас. Danger ahead. Там двое, как минимум. Ага, внизу и вверху. И эти вон в упоре подходят к ним. И все, у вас два пати по идее. Вот эти справа и на хасиенде. На нахуй, ой, красиво как было. На крыше, на крыше ног. Ебал, он щелкает. Смотрите правых этих, они же зоны пойдут, нет? Которые с пулемета стреляют. Блять.
Или они их убили? Все, мы в зоне. Вон они бегут справа. Ой, хорош, картоха. Отлично. Первый этаж в окошке. В окошке. Не хотят панфил. В окошко, да. Да, в окошке. Блядь, подсосали картошкин фраг. Угу. Ну все, дверь. Ой, хорошо, прям вообще. В спинку ему прям. Че, двое? Че, двое остались? Вон, вижу. Один слева. О, в ногу попал. Еще один. Второй за ним. Вот херово, что без меня. Ой, хорош. Все, пушим. Хорош. Ебучий, вот это никак не могу привыкнуть, вот это вот, не могу привыкнуть, что он, блядь. Если упор к стенке прижимаешься, прицел нажимаешь, он оружие вверх поднимает, а не клипается, называется. А в PUBG обычно что, такого нету, блядь? Ну, в PUBG как-то я не знаю, мне уже как-то, как тебе сказать, более ориентируюсь нахуй там. Блядь, а у меня что такая каточка? Бля, как вы могли в такой катке, сука, блядь, не спасти меня, твари? Сколько картошки было фрагов? 8, наверное, не помню. Ну вот я 8 под конец сделал, это больше. А ей подсосали еще один. Ну ее подсосали 9-го, я не знаю, кто последнего убил. Последнего же. Я 2 сделал. Ну, силен, я 8. Олох. Ты же сколько сделал? 4. Вот так вот. Так, а че у нас? Последнего кто убил? Я убил после... А, 5, значит. Ну, не знаю, прям. Такой себе топ, конечно. Да. Я заметил, если я захожу в топ, и там, блядь, либо там 1-2 кило, либо вообще там 0, или умер, да, то такой себе топ. О, блядь, ребята, спать уж пора, нахуй, ебаный рот. Какой спать, ты чё, блин, дядя? Что-то работать. А сколько у вас времени? 2:30. У меня 10:30. Давайте ласкатку, короче. Ну посмотрим, на хорош сыграть. Этих клипов нахуй нету в этом в Апексе. В смысле?
Ну, блядь, поэтому не могу привыкнуть, то что в Apex нету клипов, в Apex не понимаешься, и... А нефиг играть, будто херню, да сам ты херня. В Warzone тоже нету. Ну ты вот, реально, если в обычной жизни ты прислонишься к этому, ты же не сможешь... Да, ну кто говорит про обычную жизнь-то? Вообще речи не... Ну, само собой. Apex, это вымышленная вселенная, с нами летит сквад. Блять, как обычно. Вот какой этот дядя занял мой дом, блядь. Мне же интересно. А, ну понял. Понятно. Ну понял. Я понял. Ладно, все, съебываю. Сейчас, подожди, только вот это вот заберу. И вот сейчас это еще. Заберу все самое вкусное, да? А знаем мы вас. И съебу отсюда. Ты все равно убежал на второй этаж. В смысле? Ну так и что теперь? Блять, у меня брони нет вообще нахуй. Склад где был? У меня первая броня тут и... А склад где был? Патроны на калашном не забирай. Склад летел где-то неподалеку. Тут калаш и патроны еще лежат здесь. Ну, Джеки. Ну да. Снайперок-то нет. Сейчас прибегу. За калашом. Все, пошли в большой дом. А нет еще тут коряки? А, не видел. М24 вот. Отлично. Тогда М-ку ставлю. Глушак так. На него вот сверху. Отлично. СКС. Вторая броня. Где СКС? На мне. Шой дом. Что-то пролагивает жестко. Второй этаж. А какой хочешь этаж? Есть прицельщики на эмочку? Вот еще кар. На балконе. Стойки буду зажимать. А чёчка тут у Юмак. Ты меня называл. Захвати. О, кар возьми. Почечку Жеки на СКС-ку. Окей. 416-й нужна кому-нибудь? Иди сюда. Не, пятерки нужны на нее, слушай, дядь. А Жек? А что здесь лутал в этом доме? Иди сюда, вот. Угу. Спасибо. Почечка. СЛР скидываю. Глушитель. Да. А Вилмак нужен на снайпу кому-нибудь? Нет. Мне нужен. Восьмерку захватите, пожалуйста. Картошку захвати восьмерочку. Блин, ай. Вертикалка нужна кому-нибудь? Да, она нужна. Патронтаж. Нет. А, все не нужна. Вертикалка отбой. Патронтаж. Да, захвати. Блин. Восьмерка очень нужна, у меня четверка на калаше. На калаше? Блять, на эмке. Блять, на коряке, блять. Что-то я путаюсь. Компенсатор тебе нужен же? Мне компенсатор есть. На автомат? Да. Да, нужен. Взял. От души. О, все, шестеро нашел. Ага, понял. Сейчас возьму. Ну где-то стреляются 305. Ага, души. Опа, вилла. Вилла. Вилла, 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 Виктория. Родита. Патронтаж кому нужен? Мишане. Рома. Мне.
Мишаня, ты как и я жил на цепи. Давай, блин, не шутишь. Знаете, компенсу. Ага, отдыши. Ой, как красиво. Теперь жопка на эмку нужна, все. Все красиво. Ой-я. А это кто там стрелякает? Че, идем на этот, блять, как? На звук, ну. Вот в этом кемпе стреляют. Угу. Угу, на крыше, по-моему, да? Блять, чё и в кого? Я картошки потягиваюсь. Вы там тех закрываете, мы на этих смотрим. А эти подбегают. Вот в этом домежек. Первый этаж чекает. Кошечка. Сказки. Хорош. Не добирай. Добирай, не добирай. Да, я промазал. Ай, блядь, пошли пакеты лосты, ёбаные, блядь. Ух ты, блин. Так, он упал. Нет, он не упал, он вот тут стоит. Тачкой. О, дал чуваку одному. С тачки выбежал. Справа побежал. А этот здесь только сидит, блять. Че, его никто поднимать не будет? Как картошка-то умерла, я ни хера не понял. Это же не... Нет. Это там блять. И сидит. Ползает. Блять, сука, где он? Как заебал интернет. В домике сидит маленько у меня. Пойдем, Миш. Тачку сел. Выпрыгнул опять. Что-то как-то он выпрыгнул, прям уверенно на нас смотрит. О! Так. Сразу добрал? Да, да. Там тачка заводилась. Сука, пиздец интернет, сука, блядь, сегодня конченый, блядь. Ага, он на дороге прям. Да-да-да, на дороге по нам. Попал вроде как. Сейчас дам. О, сзади Жека. Вот за деревом. Вижу, за деревом. Вижу его. Бегу на выстрел, подождите. Проебал, не вижу. Засейвишь Панфила? Он там же стоит. Блять, да заебал интернет, сука, идите нахуй. Давай, ты мне. Бегу. Да. Плюс. Они подходят, по-моему. Да. Почему я их слышу, но не вижу? Понял. За камнем? Да. Миша, за камнем, вот перед нами. Я знаю, блядь, мне накидали с другой стороны. Не пиздарики сейчас. Я его креплю.
Дал по нему. Тебе бежит. Блять, он вышел, он уходит, давай. Блять. Здесь надо. Тусуется. Да как можно стрелять этому говном, блять? Просадка, блять, сука. Затрахал, блять, интернет сегодня, блять. С моей стороны что стоит. Блять. Сука, просадка на просадке, блять. Я же затрахался, блять. Меня лутает. Да все уже, мы же сдохли. А, ты тоже кис? Да. Что-то быстренько. А мне хилов не было, я хотел отойти. Я не понимаю, как, блять, можно, сука, с этим, с интернетом... Ты пропадаешь. Ну, кстати, вот в лайте у меня такая же хуйня, у меня потери пакетов идут. Где? Ну, в лайте, папка лайт. В обычном нормально все, в лайте, нахуй, бывает, что реально. Потеря пакетов, нахуй. Ебашит. Ладно, все, давайте тогда, ребятки. Удачи. Посмотрю, что за херня, блядь, заеба... Ладно, Алик. Короче, тоже пойду. Уже давай, полтретьего, давай, GG. Всем спасибо, всем пока.